О, Боннет! Наконец под своим флагом! Да, мы с Черной Бородой расстались. Пора попытать счастье самому. Поздравляю! Да, все к лучшему. Надеюсь, мне будет о чем рассказать при встрече. Эдвард! Ваша дружба ценнейшая, что я обрел в этих морях. Дороже золота и рома. Я благодарен за мужество, что вы вселили в меня. Спасибо! Удачи вам во всем! Неужто дома вас не любят? Неужто жены, родня и друзья совсем не ждут вас? Как еще объяснить полное безразличие ваших властей к вашей судьбе? Заложники в обмен на лекарства! Больше ничего. И что? 6 дней треклятой, полной тишины. Я делаю вывод, что вы изгой в Чарльстоне. Пусть лучше ваши потроха пойдут на корм рыбам, а кости на растопку. Клянусь! И вот мой выбор. Убить вас, либо взять к себе на службу. Нелегкое решение, но колебаться я не стану. Здравствуй, Эдвард. Ты в своем уме, друг? Весь Чарльстон это видит! В том и суть. Видит око, да зуб не имет. И где лекарство? Я послал отряд торговаться с губернатором. Прошла уже неделя. Нет ответа. Я разберусь. Дай мне день. Какое-то движение. Солдаты? Да, и они спешат. Пойдем за ними. Иначе нас может ждать неприятный сюрприз. Что задумал? Черная Борода уже 8 дней держит заложников. Думаю, кто-нибудь да приготовил лекарство. А, но они тянут время, ищут способ не отдавать. Да, давай найдем их и будем верить в лучшее. Осторожно, мы у сторожевой башни. Там еще башня.
паруса спустить. Уходим. Спустить паруса. Отдать гроты. Пол паруса, капитан. Спешка нам тут ни к чему. Осторожней, берега. Просто так не пройдешь, капитан. А другого пути нет. Всегда есть другой путь. Стоп! Ставь паруса. Я их вижу. Вон там. Надеюсь, река не станет хуже. Кораблю нужен океан, а не тихие заросли. Привести к ветру. Сядем здесь на мель, не выберемся. Отдать гроты. Смотри, чтобы нас не заметили. Ставь паруса. Ставь паруса. Все. Аккуратней, капитан. Давай, риф и гроты. Отдать гроты. Привести к ветру. Они уходят. Значит, оставлю галку тут. Я вернусь с лекарствами. Ясно. Когда с ними разберутся. Их всех поймают, кроме или попа. Эх, до одного!
если он и не сам дьявол, так точно заключил с ним сделку. Хорошо, его корабль на якоре не пытается прорваться в сердце Чарльза. Чёртовы пираты. И когда с ними разберутся? Их всех поймают рано или поздно. Эх, до одного! Это еще кто? Два крокодила пришли на ужин. Ай, старина. Жарковато нынче, а? В другой раз поговорим о погоде, друг. Нет времени. Сняли бы блокаду, тоскую по морю. Ну это лужа. Понимаю, все ради золота. Или хоть рома. А им нужны лекарства, справляться с заразой, что плакнется на их кораблях. Сифилис до цинга, что еще? Их корабли, что в плитворные гробы. Заключил с ним сделку. Хорошо, его корабль на якоре не пытается прорваться в сердце Чарльза. Чёртовы пираты. И когда с ними разберутся? Их всех поймают рано или поздно. Всех до одного. Блокаду, тоскую по морю. Это лужа. Понимаю, все ради золота. Или хоть рома. А им нужны лекарства, справляться с заразой, что кормится на их кораблях. Сифилис до цинга, что еще? Их корабли, что в тлетворные гробы. Что это было? Крокодил, так ведь? Он идет к нам, я чувствую. Крокодила, видел тебя? Крылья, чтобы поплывало мимо лодки. Нет? Ночь тихая. Я точно слышал шум в воде. Ты расшумелся. Иди уже. Капитан ждет. Hold you! Help! Over here! Bastards in me sight! Капитан Уайт, дать мне ордер. Got a good line on him! In me sight! Got him right! Be screaming, you dumb man! Это Райдер, что ли? Он самый. Оставь бомб давай, тебя ждут. А ты знаешь? Господи! Съели! Его съели! Говорил я! Греби, бога ради! Греби! Я говорил, там кто-то был! Я говорил! Господи! Главное, унести ноги!
думал, не доберемся. Простите, сэр. Несчастный случай. Рядовой Саймон, этот крокодил... Плевать мне на ваши случаи. Какие вести из гавани? Говори. Без перемен. Рядовой Саймон, этот крокодил... Плевать мне на ваши случаи. Какие вести из гавани? Говори. Без перемен. Блокада продолжается. Но вроде пока что никого из заложников не убили. Может, пора? Сдаться? Доверили дела в этом городе. И я не пойду на поводу у жалкого пирата, чтобы про него не говорили. Да, сэр. Пока ключ у меня не... Пираты! Это их корабль! Пираты! Назад! Во дворец! Боже! Господи, спаси! Прогони дьявола! Черная борода сделал вам весьма щедрое предложение. Методы его жесткие, но ему нужны только лекарства. И он их получит. Надо было соглашаться. Он вернулся! Сколько взял? 2 ящика. И ингредиенты для новых порций. Ага, удачная мысль. Редкость в наше время. Слышали, мистер Рекс? Мой друг привез лекарство и спас вашу жалкую шкуру. Не скажете спасибо? Нужно уходить отсюда, Тэтч. Губернатор вот-вот соберет войска. Нет, ты иди один. А у меня дела на севере. Значит, вот как. Бросаешь нас и Нассау. Слушай, друг. Мой 4-й десяток на исходе. И если не добуду деньжат, чтоб прожить 5-й, тихо и спокойно, скорее пойду на дно к черту в гости, чем прохожу капитаном еще год. Мы еще встретимся, друг. На этом свете... Или на том.
Привет, есть минутка? Я уже поднимаюсь. Оливье хотел поговорить о видеоролике, который можно сделать из твоего материала. Не спеши, я подожду у лифта. Сюда. Ну, он уже ждет. Я тут отсмотрела новый материал бесподобно. Черная борода псих. Он нам так понравился, что мы решили сделать о нем отдельное видео. Например, начнем с того, как он сидит, пьет и травит байки. Потом сцена, как он носится по своей лодке. Прости, кораблю, ошиблась. В общем, скачет по палубе, висит на канатах и сражается. Конечно, придется немного отредактировать материал, но все равно. Будет здорово. Прямо мурашки по коже от одной мысли. Извини. Бонжур, сова, не опоздали? Нет, вы можете... Привет, Мелани. Видел, как вы вошли. Зайди ко мне одна на минутку. Летиция на связи, обсуждаем проект Кеновые. А, да, конечно. Извини нас, я тебя позову. Это недолго. Привет. Привет. Есть минутка? Конечно же есть. Я отметил точку на карте. Иди туда. Пытаюсь подключить все камеры к центральной системе наблюдения, но большинство из них надо настроить. Снова заперто. Не проблема. Вуаля! У тебя второй уровень доступа. Для начала очень недурно. Найди пункт управления камерами. Обновлю коммуникатор. Интересная мера предосторожности. Похоже, тебе придется подобрать комбинацию цифр, чтобы подключиться. Все просто, да? Выбираешь селектор и меняешь номер. Как подберешь верную комбинацию, получишь доступ.
информация об ассасинах, тамплиерах, обсерватории или другой хрени, ты, Оливье, нам ее предоставишь. И точка. Ага. Я понимаю, Летиция, я неверно выразился. Мы не хотим никому мешать, но у нас на данный момент совершенно нет ресурсов для двойного исследования. Твоя задача — найти ресурсы. Эти игры — всего лишь способ оплатить проект, который намного важнее. Так устроен мир. Больницы строят на грязные деньги. Все ясно. Да, Летиция, мы понимаем. Этим занимается наш лучший сотрудник, но нужно время. Это про тебя. Хорошо, спасибо. Вам обоим. С нетерпением жду результатов. Увидимся на встрече акционеров, Оливье. Обязательно. Удачи. Табарнак! Для этого еще слишком рано. Пойдем. Ну, что дальше? Делаем, как она сказала. Ищем обсерваторию. Ассасины, тамплиеры, дурдом. Я тут заинтересовался встречей акционеров. Может, проникнешь в кабинет Оливье и найдешь его расписание? Что, не нравится идея? Давай я на тебя настучу, хакер! Ты у меня в руках! Это я к чему? Не хочу ломать тебе жизнь. Делай, что говорят. Так, давай-ка теперь к окну. В кабинет Оливье через дверь, но есть другой путь. Наверх. Знаешь, что Абстерго управляли тамплиеры? Да-да. Похоже на бред, но ведь и полет на Луну был сфабрикован, так? Выходит, все возможно. Значит так. Либо входишь в кабинет, либо прыгаешь вниз. Третьего не дано. А, браво, дружок. Найди компьютер. Шевелись. Мы ищем расписание встречи акционеров. Оно стоит больших денег. Сейчас, внимание. Перемещение потоков постоянно отслеживают защитные программы. Обойди их, иначе они уничтожат твои данные.
Ну ты даешь. Пиратство у тебя в крови, да? Теперь спускайся в холл. Курьер тебя уже ждет. Ха-ха, да-да. Я так все и планировал. Так, стой. Секретарша. Минутку. Кое-что сделаю. Такая наивная. Теперь бегом в холл, пока я отсюда не взорвал чертям твой наушник. Даже не думай меня выдать. Я не оставил следов. Это все ты. Ты его передержал. Да ладно! Это не зашифрованный код, а просто чертов кофе. Смотри-ка, у нас гости. Привет! Я тут зашла за новой посылочкой. Эх, а говорила ко мне. Да, это как бонус, один из. Что там? Конференция в Чикаго. Замечательно. Спасибо. Будем на связи. Чао, Ребекка. Пиши мне. Да ну тебя, Шон. Привет. Украли? Надо обратиться в ту охранную фирму из Чикаго. Они профи. Молодец. Отлично. Извини, что наорал на тебя. Это все ради благой цели, честно. Не бойся. Верь мне. Работай пока. Я с тобой свяжусь. Знаю я, куда делся так тот документ. Вот в чем дело. Я отдал его контрабандистам. Я предчувствую беду. Ты пострадаешь. Я не переживу. Я буду осторожен, обещаю. Как только обустроюсь, я пришлю за тобой. Клянусь. Кэролайн, уходи! Не мучь себя! Незачем лгать, Эдвард. Ты хочешь гоняться за ветром. Я тебе ни к чему. Поверь в меня, Кэролайн! Без твоей веры я ничто. Решил доверить чувство бумаги? Просто весточка домой. Я думаю, она давно забыла.
А, твое сердце слишком жестоко. В остальном же он излишне мягок. А вам-то что до того, где он размяк, мистер Рекхэм? Хочешь знать мои секреты, да? О, да. Хоть маленький намек. Или солидный, если вы истинный джентльмен. Дай руку. О! Что это? Может быть, корабли заходят в порт? Господи,